Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. У нас сегодня дегустация сыра Пиора. Рецепт от интернет-магазина сырок.com.ua. Сыр вызревал у нас 3 месяца. И вот через 3 месяца, кстати, покрыт паракотом, тоже покрытием от интернет-магазина сырок.com.ua. На эту тему есть отдельное видео про это покрытие. Сейчас хочу показать, что у нас получилось. То есть поделиться результатом этого сырочка. Давайте начнем с разрезания. Сырок этот у нас очень интересный. Тут в рецепте участвовали пропионокислые бактерии, но не было фазы теплого вызревания. Поэтому мне очень интересно, что у нас получилось. Какой интересный результат. За счет отсутствия фазы теплого созревания сыр совершенно однородный. Ок. Потому что зерно, когда мы его формировали, было мега плотное. Давайте нарежем и посмотрим, что у нас получилось. Вообще нет глазков. Вообще. Но я читал об этом сыре, что пропионокислые бактерии здесь участвуют не в газообразовании, а именно в формировании вкуса. Поэтому очень интересно, что у нас получилось на вкус. Ну, интересный такой полутвердый сыр ломтевой. Хорошо вызрел, с замечательным запахом. Давайте сейчас крупный план. Вот, пожалуйста, посмотрите, совершенно однородная структура сыра, вообще никакого намека на пористость, но вызрел очень классно. Кстати, и покрытие отработало классно, никакой корочки, никакого засыхания практически нету. Давайте, друзья, продегустируем. Друзья, сыр получился очень ароматный. Очень-очень приятный запах, немножко орехово-фруктовый, наверное, аромат. Реально очень ароматный. Мне нравится. Никаких посторонних запахов. Покрытие, кстати, снимается идеально. Так, ну, давайте будем пробовать, что тут на вкус. Интересно. Немножко похож на голландский, но присутствуют ореховые и грибные нотки. И сыр совершенно не кислый. Он даже немножко какое-то отдаленное послевкусие. То есть, если голландский немножко кисловат, российский вообще уходит сильно в кислоту, то здесь за счет подбора культуры как-то немножко даже в сладость уходит послевкусие. Вот еще интересно, у него такая структура, какой-то он немного слоеный. Но вкус очень классный. Вот мне очень нравится. Сейчас понравилось. Мы первый раз готовили этот сыр. Это сугубо рецепт интернет-магазина сырок.com.ua. То есть, ну, нигде альтернативных рецептов мы не смогли найти, поэтому приготовили из набора. Совершенно отсутствует кислинка. То есть, совершенно нету вот для таких твердых, ну, для голландской, для российской группы присущих именно кислинки в сыре. Ну, сыр отменный, хочу сказать. Друзья, вот такая вот Пиора. Если вы не знали, я не знал, но думаю, что у нас получилось все правильно и все хорошо. Ну, несмотря на то, что совершенно отсутствуют глазки, сыр получился очень ароматный, очень вкусный. И с удовольствием, наверное, мы его сейчас съедим. Мы тут с Ларисой устроили совместный консилиум, чтобы выяснить, на что похоже Пиора. Выяснили, ну вот, что действительно похоже на голландский. Если знаете, в Украине, если я не знаю, вот если в России, в других странах СНГ продается такой сыр, называется старый голландец. Он вот такой с орехово-сладковатыми нотками. Очень классный, причем, ну, у нас он в Украине продается именно нарезанный. Хотя, не знаю, есть он в кусках тоже, да? Есть, большой. А какого производителя ты не знаешь? Кома. Ну вот есть сыр украинского производителя Кома, старый голландец. Вот этот вот сыр получился очень на него похожий. Ну, как по мне, так вкус отменный.
Друзья, с удовольствием вам представляем дегустацию сыра Пиоры. Попробуйте его сделать. Сыр очень вкусный. Но вот несмотря на такую неожиданную структуру, я все-таки ожидал, что пропионовые бактерии, даже из-за отсутствия, полного отсутствия периода теплого созревания, все-таки дадут какие-то глазки. Вообще, он совершенно однородный. Совершенно. Ну, тут даже намека на какую-то пористость нету. Но реально... реально очень вкусный. Попробуйте приготовить. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, в комментариях. Ссылку на рецепт, там, где мы готовили этот сыр, вы найдете в описании видео. Полностью пошаговый рецепт. Также ссылку на интернет-магазин сырок.com.ua, там, где можно купить набор для приготовления сыра Пиора. Для тех, кто не имеет возможности заказать этот набор в Украине, в рецепте, в самом рецепте я расписываю все ингредиенты, которые можно заказать там в России. Если вы смотрите нас из Российской Федерации, у вас есть прекрасный магазин «Здоровье», можете там тоже заказать все ингредиенты и попробовать приготовить этот сыр. Реально классный. Друзья, надеюсь, видео было вам полезным. Спасибо за внимание. Ну, а мы готовим для вас новые сыры, колбасы и разные вкусняки. Всего доброго, пока!